Если начинать работу Думы не с обустройства кабинетов, а с задач развития страны, нам не уйти от оценки наследия. Эти стены слышали много верных оценок и выводов, но знают они и многое другое. Про торпедированный проект образования для всех, про отклоненные законопроекты о детях войны, про отказ принимать бюджет развития, про людоедское повышение пенсионного возраста. Да, не сразу, с трудом, но мы добились принятия законов о стратегическом планировании и промышленной политике, но кто скажет, что они успешно работают? Да, сформированы масштабные программы развития села, спасибо Владимиру Ивановичу Кашину и всем аграриям, но мы так и не добились их полноценного исполнения правительством.